Гастон! Гастон! Где ты, Гастон? Это просто безумие. Как можно взять и исчезнуть в никуда? Ой! Ой, куда делась моя мама? Помогите, помогите! Мама, где ты? Здесь! А, я не вижу тебя! Вы стали невидимой? Нет, смотрите вниз! Сюда! Здесь яма в земле! Ничего не видно! Палочка, зажги свет! Это огромная пещера! Здесь полно сверкающих алмазов и камней! Кажется, мы нашли забытую шахту гномов! Да, маленькое королевство испещрено туннелями гномов. Эти гномы те еще любители покопать. На помощь, помогите! Мама! Вы меня слышите? Я нашла Гастона! Гастон! Вперед, ребята! Нужно спасать божью коровку! А как же я? Ой, да! Прости, мама, я забыла про тебя. Прекрасно! Давайте спускаться! Хорошо, что я взял с собой спасательную веревку. Мы идем! Гастон! Гастон, наверное, жутко проголодался. Я слышу голоса. Кто-то идет. Скорее, прячьтесь. Рыть, рыть, рыть. Будем вместе дружно рыть, чтобы золото добыть. Это гномы. Время обедать. Хороший мальчик. Первый зал посвящен каменному веку. Давным-давно большой народ жил в пещерах. Вот так примерно и выглядели пещерные люди. Здесь какая-то кнопка. У пещерных людей были электрические лампочки? Нет, это просто чтобы показать вам, как горел костер. Здесь еще кнопка. Вот видите, король, малыши ведут себя образцово. Образцово! Экскурсия идет хорошо. Малыши даже не заставили миссис Фазерингл исчезнуть. Пока. Эра каменного века. Закройте глаза и представьте, как это выглядело. Я всегда хотела узнать, каково это жить в каменном веке. О, боже, так и знал, что этим все закончится. От нее остались только туфли. Дейзи, Поппи, куда вы отправили миссис Фазерингл? Каменный век! Они отправили миссис Фазерингл в каменный век! Как вы могли так нехорошо поступить? Верните миссис Фазерингл сейчас же! Ну ладно! Ой! Честно говоря, лучше вообще не знать, как жилось в каменном веке. Ой, мои туфли! Как я скучала по ним! Так, следующий зал – Древний Египет. Этот экспонат показывает, как строили пирамиды. Какие маленькие! Древние египтяне были размером с эльфов и фей? Нет, древние египтяне были большим народом, а пирамиды огромны. Великий лидер планеты Бонг рад приветствовать своих гостей с другой планеты. Привет! Он крошечный. Да, на планете Бонг мы становимся меньше с годами. Привет! Кто это сказал? Он внизу, папочка. О, привет! Привет! Скорее здоровайтесь. Великий лидер очень стар. Это огромная честь для вас познакомиться с ним. Скажи привет, Гастон. Привет! Гастон съел великого лидера! Плохой Гастон! Выплюни великого лидера обратно! Простите нас, он не очень воспитанный. Да. Поскольку вы наши гости, мы споем вам песню. Какой ужасный шум!
Когда они начнут играть песню? Это наш национальный гимн. Какой же он красивый. Зайрос, почему вы живете под землей? Когда-то планета Бонг была покрыта растениями. Вокруг была зелень и красота, и люди были счастливы. Затем растения начали вымирать. Стало слишком жарко, чтобы жить на поверхности, поэтому мы переехали под землю. Все живут под землей? Да, даже животные. Животные? Это же монстр! Не бойтесь, это просто Флобер Булька Гулька Глот. Он безобидный. Флобер Булька Гулька Глот такой милый! Что происходит? Почему мы плаваем в воздухе? В космосе нет гравитации. Вас ничто не тянет вниз. Простите, я забыл включить гравитационный двигатель. Ой! Посмотрите на все эти блестящие огоньки! Узрите удивительную науку инопланетной расы! Где здесь туалет? Мы не ходим в туалет! Это невероятно! Это настолько развитая раса, что им не нужно ходить в туалет! Нет туалета? Но как же мне быть? Нужно было сходить до отъезда. Может, на пляже будут туалеты? На планете Бонг есть пляж? Планета Бонг и есть один большой пляж. О, ничего себе! Да, у нас очень жарко и солнечно. Не хотите ли перекусить? Да, пожалуйста. Эта машина может сделать любую еду или напиток. Она может сделать апельсиновый сок? Да. Вкусно! Она может сделать сэндвич с вареньем, арахисовым маслом и бананом? Да! Ух ты, чудеса! А желе может? Нет, она может сделать все, что угодно, кроме желе. Так обидно, ведь я очень люблю желе. Желе? Я могу сделать желе. Ня-ня! Что? Немного желе никому не помешает. Волшебное желе, появись! О, этого слишком мало. Я хочу много желе. Ладно, волшебное желе. Много, много, много! Потоп из желе! Только посмотрите на угощение! А вот и праздничный торт! Гастон хочет съесть торт! Нет, Гастон! Плохая божья коровка! Это на потом! Проходите, время веселиться! Ну что ж, я предлагаю начать с танцев. Жалко, мы не можем танцевать вместе с ними. Мы обещали не высовываться. Ну нет, я не могу. Я обожаю буги. Нет, Барнаби, вернись. Буги, буги, буги. Они заметят его. Играем в замирайку. Когда музыка остановится, всем замереть. Кейти, ты пошевелилась. Я чуть не наступила на эту игрушку, смотрите. О, давай-ка я уберу игрушку вот сюда, к остальным игрушкам. Что ты делаешь, Барнаби? Простите, мама Люси. Барнаби, мы должны оставаться здесь. Но я люблю буги. А сейчас папа Люси покажет вам магию. Ура! Ой, здорово, я люблю магию. Это не настоящая магия, просто фокусы. Что такое фокусы? Увидишь. Привет и добро пожаловать на магическое шоу. Видишь, это и есть фокус. Это особая палочка. Это было здорово. Мой папа готовился. Рыч, рыч, рыч.
Молодцы, ребята, так держать. Добрый день, я хотел бы поговорить со старшим. Где его? Минутку. Эй, ребята, потише, ладно? Так вот, чего вы хотели? Я хочу поговорить с боссом. Я босс, у вас назначен прием? Ему это не нужно, он же король. Короли не записываются на приемы. Даже в парикмахерскую? У папы нет волос. Он лысый. Ну, это не наша вина. Так, мы пришли пожаловаться на шум. Какой шум? Шум из шахты. Я ничего не слышу. Этот шум. Значит так, я король, и я приказываю вам прекратить все работы. Да, дело в том, что вы король только над землей, до верхнего слоя почвы. А под землей главный я. Но... Мы не можем перестать копать, это наше занятие. Мы не остановимся, пока не найдем золото и алмазы. У меня идея! Няня Плам поможет наколдовать вам золото, алмазы и камни. Отличная идея, Холли. Вот так, проблема решена. Теперь вам незачем копать. Но я ведь тоже так могу. Но что в этом интересного? Нужно копать самим. А теперь, если вы не против, нас ждет работа. Давайте, ребята, за работу! Могло бы быть и лучше. Пойдемте домой и придумаем другой план. Если никому не нужны эти сокровища, можно я их возьму? Да-да, конечно. Не бойся, Бен, я осторожненько. Холли, я стал большим. Прости, Бен, это случайность. Мы не сможем играть вместе. Ладно, я и себя сделаю большой. Класс, мы оба большие. Кто это? Большие люди идут. Надо спрятаться. Боюсь, не сможем. Мы же большие. Что же нам делать? Это же Люси. Привет, Люси. Привет. А кто вы? Люси, это мы. Бен и Холли. Да, но вы большие. Я нас с Беном заколдовала. Ого, здорово. Я здесь с друзьями Кэти и Ясмин. Хотите, познакомлю вас? Но большие люди не должны знать о маленьких, о нас. Но я же вас знаю. Ты особенная. Не бойтесь, вы совсем как большие, они не узнают. Ладно, но мы не должны открывать им секреты эльфов и фей. Привет. Привет. Это мои друзья Бен и Холли. Я Ясмин. А я Кэти. Мне очень нравится твой костюм феи. Спасибо. А где ты живешь? В волшебном замке. Ты живешь в волшебном замке? Эй, Холли! То есть я живу в доме. А где ты живешь, Бен? Я живу на дереве. Где? То есть в большом доме. Мы зовем его деревом. А я тоже живу в большом доме. Но мы его зовем просто домом. Ясно. Вперед, парни, снесем замок. Вот это да, какой жуткий шум. Увозите. Здрасте, ваше величество. Я работаю. Это все, парни, можете увозить. Это катастрофа! Ку-ку! О, нет! Это мама! Можно мне взглянуть? Только если закроешь глаза! Ой, весело! Ну, прямо как в том телешоу! Скажи, уже можно открывать? Не стоит! Скажи, когда можно? Через месяц! Ой! А куда же делся наш дом? Да, ну... А что же скажут Мэри Голды, когда увидят это? Смех, смех и смех. О, нет! Мэри Голды уже здесь!
есть! Привет, сестренка! О, мой бог! О, ну и ну! Все не совсем так, как мы хотели. Мы... Не знаю, что сказать. Мы еще не закончили. Это невероятно! Это чудесно, милая! Мы подняли потолки, а вы вообще от них избавились! А взгляни на туалет! Муа! Да, все полностью открыто! Это так авантюрно! Ну, это была моя идея. Король чертополох, старик, ты чудесный архитектор. Ты не думал обучать архитектуре? Я не знаю. Эй! Здесь никого нет, только палочки. О, наконец-то мы снова вместе. Няня, теперь, когда у вас есть палочка, не могли бы вы... Ну, разумеется, о, великий маг. Глупый эльф, в себя обратись. О, а куда же подевались наши карапузы? Этого я и боялась. Дейзи и Поппи все-таки нашли потайной ход. А куда ведет этот потайной ход? В тайную комнату. Я не знала, что она у нас есть. Это потому, что она тайная. В комнате закрыта магическая сила, которую ни за что нельзя выпускать. Да, не самая лучшая комната для малышей. Я слышу радующихся карапузов и что-то еще. Нам нельзя туда заходить. О, господи, столько суматохи из-за какой-то страшной, невиданной магической силы. Я разберусь. Удачи, моя храбрая тыковка. Ты что-нибудь видишь? Ужасные вещи. Рыжебород спешит на помощь. Вот наши дети. На помощь. Держись, няня Плам. А вот и она. Ты спасена, моя сливовая запеканочка. В море я видел много ужасных вещей, но ничто не сравнится с тем, что я видел в этой комнате. Поэтому мы держим дверь закрытой. Ура! Возвращаемся. Так, давайте смешаем ингредиенты. Черника, сахар, лимон, роса, чуть слизи и еще немного отрыжки. А сейчас волшебные слова. Сахар, роса, черника, жабья отрыжка, слизь слизняка. Вкус у этой смеси будет просто ужасный. Нет, Бен, ты забыл. Этот раствор нужен для того, чтобы натирать им ноги, а не чтобы пить. Никто не станет это пить. О, боже, жуткий запах. Фу, а на вкус и того ужасней. Папа! Но ты не должен был это пить. Этим надо было ноги натереть. Что? Интересно, что будет дальше? Посмотрим, что тут сказано. О, боже. Что такое? Я сглупила. Все-таки это лекарство не от простуды. Оно от облысения. Должна сказать, Ваше Величество, длинные волосы вам очень идут. Няня Плам, кажется, простуда прошла. Ура! О, кажется, я заразилась. Вон червяк. Ой, он убежал. О, давайте, ребята, еще разок. Вон еще червяк.
сдаюсь. Нам их не поймать. Смотрите, наш птенчик такой голодный. Нам очень нужно найти его маму. Обычно мама прилетает, когда птенец зовет. Но он слишком тихо чирикает. Няня, сделай так, чтобы птенец чирикал громче. Сейчас. Зигзаг, сти, ну-ка, птенец, расти. О, нет, няня, кажется, заклинание не то. Птенец становится огромным. Я сделала это нарочно, ведь большой птенец будет петь громче. О-о-о! Не бойтесь, это ненадолго. Насколько, няня Плам? Может быть, минуту, неделю или... Магия проходит. А вот и мамочка прилетела. Ура! Что он говорит? Он говорит спасибо и до свидания. Пока! Привет, Холли. Это последняя доставка. Можем поиграть. Ты, может, и свободен, Бен, но я все еще работаю. Холли, пора произнести речь. Привет! Вы прекрасно подготовились. И надеюсь, вы порадуете нас танцами. Пожелаем удачи. Желаю удачи. Что будет дальше? Дальше самое трудное. Надо сидеть неподвижно и не заснуть. В честь Его Величества мы сейчас исполним танец. Какой ужас! Еще хуже. Хорошо. Прекрасно. Пойдем, пап, давай потанцуем. Что? Но я... О, хорошо. Сыграйте что-нибудь более модное. С удовольствием. Ты права, Холли. Мне она тоже нравится. Все, я сдаюсь. Холли хорошо спряталась. Я никогда ее не найду. Попалась. Ой, как ты нашел меня? Я же невидимка. Ой, меня стало видно. Магия рассеялась. Магия? Я всего лишь самую капельку поколдовала. Неважно. Сыграем в другую игру. Я обещаю не использовать магию и не летать. Честно-честно. Ладно, давай поиграем. Бен, Холли. Детишки, кексы готовы. О, миссис Эльф. А нам обязательно идти домой? Можно еще чуть-чуть поиграть. Вы только подумайте. А мне показалось, что одна фея-принцесса и один эльф считают, что играть скучно. Ну, мам, мы вроде только-только начали играть. А ведь кексы готовятся долго. Кексы и готовились долго. Правда? Время пролетело быстро, потому что вам было весело. Так бывает. О! Ну что, угостить вас кексами? Конечно! Объеденье! Вкусно! Эти кексы такие вкусные!
А миссис Эльф даже не использует магию. Спасибо, Холли. Думаю, ваше помешивание сделало их такими. Хочешь, я покажу тебе фокус? Давай. Сейчас этот кекс исчезнет. Как? Но я думала, эльфы не умеют ворожить. Смотри внимательно. Быстро! Наш грузовик! Погоню за курицей! Только не это. Завод закончился. Быстро, Холли, давай его заведем. Ага. О, привет. Пусть кто-нибудь даст мне яйцо. Живо. Боже мой. Няня Плам, я же просил не делать нам курицу. Это не моя курица. Няня, ты говоришь по-куриному? Да, ваше величество. Ну, что она говорит? Курица сказала... Вон наша курица. Берегись, няня Плам. Это очень опасное животное. Что за глупости? Это курица. Курица снесла яйцо. Ура! Милые крошки, я знаю, вы не нарочно. Мяу! Птичка, птичка. Птичка, птичка. Фу, как ты думаешь, все? Да, к счастью, птице нечем взять палочку. О, Барнаби и Бен, где девочки? Котята – это Холли и Флёр, а птички – близняшки. Что? Просто Дейзи и Поппи немного позанимались волшебством. Понятно. А кто эти зайцы? Это эльфы. Ясно. Нам предстоит большая работа. Убегайте, киски, вернитесь, феи. Убегайте, зайки, вернитесь, эльфы. Улетайте, птички, вернитесь, дети. Холли, ты должна была присматривать за сестрами. Прости, няня, но они просто невыносимы. С ними нелегко справиться. Что ж, вроде никто не пострадал. Не пострадал? Нас превратили в зайцев. Я знаю, я в восторге. Но... Наши малышки настоящие волшебницы. Жаба, жаба! Я забираю палочки. Больше вам они сегодня не понадобятся. А как же няня Плам? Ее нельзя оставить жабой. Нельзя? Да, пожалуй, нельзя. Хорошо, Холли. Расколдуй ее обратно. Убегай, жаба, верни нам няню.